Очень приятно сегодня быть с вами вместе по такому замечательному поводу, чествовать нашего с вами земляка, который был чемпионом Советского Союза, был заслуженным мастером спорта Советского Союза, был тренером на Олимпиадах в 50-е и 60-е годы, тренером выдающихся советских, наших русских спортсменов. И я думаю, что вот эта вот связь через поколение, то, что мы сегодня вспоминаем тех людей, которыми просто надо гордиться, не только нам с вами, землякам, но и всей нашей великой большой стране. В киноконцертном зале Центра «Досуга Победа» города Зарайска в рамках всероссийского кинопроекта «Герои войны. Герои спорта» состоялся кинопоказ документального фильма режиссера Дарьи Червоненко «Анатолий Зимин. Учитель бега». Хельсинки, 19 июля 1952 года. Час дня. Торжественное открытие 15-х Олимпийских игр. На стадионе 70 тысяч зрителей. Спортсмены сборной Советского Союза впервые принимают участие в Олимпийских играх. 400 атлетов. Больше половины из них старше 30. Фронтовики. Солдаты Великой Отечественной. Фильм рассказывает о зарайце Анатолии Ивановиче Зимине, жизненный путь которого является образцом стойкости, выносливости, мужества и удивительной силы духа. Именно на примере таких героев очень важно воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма, любви и гордости за свою родину. Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.